Всем море приветов, друзья и гости моего канала, Нептун здесь, Бугагашечек всем, главных таких хороших и позитивных. Итак, мы сегодня будем проходить Evil Nun на харде, без смертей за один день, но в новой версии, конечно. Версия 1.1.6, я каждую новую версию всегда прохожу на максимальной сложности, чтобы показать, кто здесь батя. Так, легко, нормально, невыносимо трудно, окей? Кровь поставил и имя поставил. Ну что, друзья, будем потеть. Надеюсь, вам понравится видеоролик. Вы поставите лайк и расскажете друзьям. Потому что мне реально нужна ваша поддержка. Я стараюсь только, чтобы вам было весело и позитивно смотреть. Итак, погнали. Монашка слышит все. День первый. И мы пошли потрошить монашку. Кривошип здесь, друзья, есть. А куклы вот нет, не повезло. Ну ладно. Мы ее где-нибудь найдем. Она по-любому будет в каком-нибудь шкафу сидеть. Монашка, давай. Так, надо проверить Библию. Здесь ли Библия? Да, Библия здесь. Библию забрать. Кривошип сбросим сюда. Так. Да, конечно. Побегай еще, побегай, побегай. Надо Библию забрать. Так, в этих шкафчиках ничего нет. Ползешь? Давай, 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 ползи, ползи. Она развернулась. Она не хочет ползти. Давай. Давай, хлобыськой, ползи, 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 ради моя. А ту Библию тебе не отдам. Наверное, я ее сильно задел этим. Так, давайте Библию. Пока заюзаем, пока уж мы здесь. Так, нашли куколку. Это хорошо. Сейчас немножко подождем, посидим. Это ведь гадина может прийти на звук шкафчика. Это будет крайне плохо, лезть в тупик и не смогу убежать. Так что... Что я делаю? Мне нужно. Открыть дверь. Ну, подождать, пока она уйдет, потом открыть дверь, быстренько сбросить куклу, чтобы ее внимание перешло со шкафчика на куклу. А куклу сбросить туда подальше. Вот так. Она дальше не должна будет пройти. Она подойдет к кукле, посмотрит, что никого нет рядом, и уйдет. Все, по идее, да? Просто проблема в том, что здесь заперто. Не нужно и не обязательно было делать это сейчас, но неважно. Кривошип, кукла, и вот теперь уже и динамит у меня есть. Она молится своему богу адскому, это гадина. Пусть она уходит куда-нибудь. Так. Куклу мы сбросили, давайте мы ее сюда отвлечем. Вот сюда, на эту дверь. Она побежит сейчас чекать дверь. А мы тем временем побежим на второй этаж. Искать проводок. Динамит, если что, это уже открыл.
Заодно проверим масленку, если она здесь. Да, масленка здесь, кстати. Ну, где-нибудь ее сбросим в проходе. Вон туда. Пусть на первый этаж бежит. За масленочкой. А мы кабель найдем. Ну, карточка здесь тоже есть. Так, окей. Кабель я нашел. Сейчас подождем, пока она уйдет. Откроем проход в стене. Ну, отодвинем ящики. План такой. Поставим провод. Сразу же после поставления провода мы побежим, откроем лифт. И закапаем масленочку в механизм. Кстати, велика вероятность, что здесь есть в плите, друзья, монтировка. Голова козла еще здесь добавок. Так что нам нужно сделать? Нам нужно успеть закрыть дверь, проверить монтировку в плите и отодвинуть ящики. Нахер пошла. Нахер пошла. Так, все. Монтировки там не было, значит, монтировка в спортзале. Видимо, когда-то давно злой физрук монтировкой наказывал привинившихся учеников в этом страшном спортзале. Так, все. Отвлекли ее дверью. Хитро. Надо пойти с монтировочкой все сделать. Все квесты. Да, ломик в подвале. В каком подвале, боже? Ну, в общем, вы поняли, да? Так, пойдемте, мы проберемся туда. Хотя, подожди, зачем? Там ведь может быть... Там может быть халат. Но халат мне, по идее, не нужен. Я могу панталоны Бабкины найти. Ну ладно, раз уж халат нашел, то панталоны брать не буду. Спасибо, бабка, что ты мне открыла двери. Сейчас мы там все дела наверху сделаем. Оденем дьяволы. Хотя, блин, это же новая версия 1.1.6. Да. Я предлагаю нам одеть дьявола. Одеть дьявола нормально, адекватно. Ну, то есть не использовать балахон, а чисто использовать именно панталоны. Давай, ползи сюда. Окей. Один из трех предметов размещен. Посидим пока здесь. Такие дела, друзья. Сейчас пойдем ножнички брать. Ну, желательно нам ее контролировать. Крайне желательно нам знать, где она, что она. Так, давайте-ка мы ее приманим. Знаете как? Я запру вот эту дверь. Она сейчас, по идее, должна побежать на звук этой двери. Открываем здесь. Все, здесь закрываем. Она бежит к этой двери.
То есть вот с этой стороны как минимум ее нет. Это хорошее время, чтобы срезать наверху ангела с головой орла. Окей. Еще вещи нужно забросить. Бомбочку сделать. Так, она пошла по звуку, по идее, проверять упавшие крылья в спортзале. Так, теперь мы отвлекаем ее дверью сюда. Она пришла на звук двери, открывшейся. За это время нам нужно стянуть крылья ангела. И, кстати, давайте мы трубу открутим. Так, бабка, давай, ползи. Я хочу, чтобы ты была именно здесь. Это мне нужно, чтобы я знал, что ты в дальнем туалете. Боже, крылья. Как сюда пролазят крылья, а? Черт, она, походу, дело передумала ползти. Ну ладно. Она до сих пор там это пинает монтировку. Вот глупая. Глупая бабка. Так, ладно. Надо еще динамит отсюда не забыть вытащить. Я как возьму, да улечу отсюда на крыльях ангела. Так, панталоны нужно теперь взять. Старые бабкины панталоны. Дьявол, лови. Так. Я дверь, по идее, закрыл. Она должна уже здесь быть. Чекаем, сейчас дверь должна открыться, я побегу. Окей. Теперь, что мы делаем? Мы должны забросить некоторые предметы сюда. Но это только кривошип, надо еще куклу забросить. И динамит. Так, дверь закрываем здесь. Она должна побежать на звук запертой двери. Теперь закрываем здесь. Теперь здесь. Все, мы, по идее, увели ее очень далеко. Сейчас будет делать такой крюк. Ух ты. А, боже. Не залетела гребаная кукла с первого раза. Ну, ничего страшного. Сейчас тогда второй раз сделаем. Аналогично. Так. Лезет, лезет страшная ведьма. Лезет. Не боится испачкать в пыли свое платьишко. Да? Вот это большая проблема всегда с куклой. Твою мать. Неужели я ее забросил? Сейчас нам нужен динамит достать. Все, теперь она бежит сюда. Вот к этой двери, которую только что закрыл. Теперь вот к этому шкафчику.
Так, теперь едет лифт. Она должна прийти на звук лифта. В теории. Берем панталоны. И ретируемся. Ретируемся. Окей, 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 окей. Сейчас мы должны дьявола одеть уже. Так, давайте смахнем последнюю картину. Давай, молись. Молись дьяволу своему, дочь падшая. О, МС Карась, смотрите. МС Карась. МС Свин. 0-4-2-3, друзья. 0-4-2-3. Окей. Теперь нужно куклу забрать. И покарать ее куклой. Давай. Ведьмочка. Ведьмочка. Она здесь уже? Я просто не хочу рисковать, тратить куклу зря. Эй, кошелка. Черт, я вот реально не хочу. Это очень трудное положение у меня. Из-за темноты я не вижу ее. Если ее нет, то я могу просто перебежать и все сделать заново. Но если она здесь, то она меня просто догонит и все. Ну, шаги вроде далеко. Давайте мы ее приманим. Вот сюда. Она должна бежать сюда. О, неужели? Иди сюда. Не убегай далеко, монашечек. Мне твой ключик нужен. Бу-ка-ге! Я тебя запер в углу. Трах! Так. Ключик от сейфа. Погнали. Тарам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да? Как-то так. Играла эта мелодия. Я одел панталоны на дьявола. Дьявол был доволен. Так. Хлобыська, ключик есть. Ну что, можете меня поздравить, я прошел на харде, на новой версии 1.1.6. Эта победа, друзья, посвящается всем вам, зрителям, вы лучшие. Мы сбежали. Сбежали из этой проклятой школы, друзья. Все, всем спасибо за внимание. Я вновь показал, что я могу проходить эту игру на самых сложных сложностях. Ну, конечно же, только с вашей поддержкой. Всем здоровья, всем позитива. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и прохождение злой монашки. Всем пока-пока.